Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников, скульпторов. Альберт Блох. Зеленое домино. 1913 год. Холст, масло 130/85. Американец Альберт Блох – один из ярких представителей художественной группы «Синий всадник». В ней объединились экспрессионисты, жившие в Мюнхене, такие как Василий Кандинский, Франц Марк, Пауль Клей. Позже Блох вернулся в США и преподавал искусство в Канзасе. Работа обыгрывает основные темы мюнхенского экспрессионизма – мир ярких локальных цветов, карнавальные фигуры, маски. Благодаря принципам кубизма пространство искажается. Оно сжимается и растягивается вопреки законам физики. Все вместе создает сложный комплекс тревоги, розыгрыша, искушения. Посмотрите на фигуру пространства. Зритель не может понять, это переодетые актеры или реальные аллегории греха. Несмотря на кажущуюся красочность и простоту рисунка, художник задает ему загадки. Сюжет картины интригует. Такое описание к работе Альберта Блоха «Зеленое домино», которое он создал в 1913 году, я нашел в интернете. Пользовался текстом книги «Великие музеи мира». Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Thank you.